Всем привет! Вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет! Сегодня посмотрим видео на канале «Время подкачаться». Один день от первого лица, третья часть. Давайте посмотрим. О, а это девушка? Фига. Я думал, ты мужик все время снимает. Это необычно. На мужскую я уже привык смотреть. А на женскую первый раз. О, нифига. А подожди-ка. А, это ее типа с ее же стороны как это выглядело. Кто не смотрел прошлую часть, посмотрите, вторая часть. У меня есть на канале. Это типа с ее стороны как это выглядело. Получается... Она его девушка, я понял. Ребята тут не качки, да качаются вообще. По-моему, где-то часть это видел. Сейчас машина у него сломается, да? Да-да-да, я такое видел на его канале. А вот с ее стороны я это не видел. Офигенно придумано. А, это типа маньяк был. Нет, что-то я этого не помню. Я помню, что машина у него ломалась в одном из клипов. Охуенно. Придумано, конечно, офигенно. Тут не зря считаю. Я думаю, скоро 5 миллионов просмотров будет. В принципе, круто. Да, вот от лица девушки вообще, конечно, непривычно смотреть, но тоже интересно. А вы что думаете? Напишите ниже в комментариях под видео, понравился вам ролик или нет. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.